Выступление в музее Берлинской стены и первые после выхода на свободу большие интервью. Михаил Ходорковский сегодня в 16 часов по Москве ответит на вопросы журналистов. Но, впрочем, какой-то информацией он поделился сразу. К примеру, самый знаменитый заключенный России в интервью New Times назвал условия своего возвращения в Россию. Оно простое – возможность последующего выезда за рубеж. А телеканалу «Дождь» бизнесмен рассказал о своем помиловании. По его словам, он узнал о нем из теленовостей. Когда я услышал о выступлении президента из новостей по телевизору, я понял, что Владимир Владимирович говорит об уже свершившемся факте. Я уже достаточно давно наблюдаю за нашим президентом, и для меня это было очевидно. Между тем, желающих задать вопросы бизнесмену становится все больше. Возле гостиницы «Адлон» столпились десятки журналистов. Это, судя по всему, еще не предел. Последние два дня жизни Ходорковского больше походят на шпионский детектив. Известно, что к его приезду в Германию приложил руку экс-министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер. Один из самых влиятельных политиков признает, немецкие дипломаты не только выделили Ходорковскому самолет, но и 2,5 года вели тяжелые переговоры о его освобождении. Ну и напомню, экс-глава ЮКОСа вышел на свободу из Сегежской колонии в пятницу 20 декабря. Это произошло после того, как Владимир Путин неожиданно для всех сообщил о помиловании бизнесмена. Уже на следующий день в Берлин слетелось все семейство экс-главы ЮКОСа. Отмечалось, что своих родителей Ходорковский обнял впервые за 10 лет.